Всем привет! Я рада приветствовать вас на втором дне марафона по FitSplit. И сегодняшний день будет посвящен растяжке на продольный шпагат, на наш правый и левый шпагат. Я думаю, можем начинать. Сейчас сделаю гимнастический хвост. Хоп! Тарын! Завязываю хвостик, чтобы волосы не мешались нам. Все будет максимально просто. Мы сейчас немного разомнемся и затем продолжим тренировочку шпагатом. Ручки в замочек. Волны. Ножки поставили вместе и поднимаемся на носочки. Одна, вторая, одна, вторая. Крутим замочек. Спинка ровненькая. И вперед к себе, вверх к себе, вперед к себе, вверх к себе, вперед к себе, вверх. Оставили ручки наверху. Вытянулись высоко, высоко, высоко. Ягодицы втянуты, бедра напряжены. Опустили ручки. Ножки ставим на ширине плеч. Круги плечами назад, назад. Продолжаем. И четыре. Вперед, 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 вперед. И еще назад, 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 назад. И вперед, 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 вперед. Отлично. Встряхнули плечики. Теперь ручки через сторону вверх опускаем. Еще вверх опускаем. Не сутулимся. Вверх опускаем. И вверх опускаем. Теперь вперед поставили прямые. И отсюда разводим в сторону. Вперед, в сторону. Вперед, в сторону. Вперед, в сторону. Теперь вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Вверх. Оставили одну ручку наверху, вторую на поясе. Наклоны в сторону. В одну стоим. Растягиваем наши боковые мышцы. Отлично. И в другую. Тянем, тянем, тянем. Хорошо. Следующее упражнение мы делаем наклон в сторону. Вперед. Две ручки вперед. И в другую. В сторону. Выпрямились. Еще то же самое. Хоп. Развернулись. Вперед. Вперед. В сторону. Выпрямились в другую, в сторону, вперед, вперед, спинка прямая, в сторону, выпрямились, наклон, вперед, вперед, хоп, хоп, выпрямились, отлично, ножки ставим ближе, повороты головы в сторону, вправо и влево, до конца, вправо, влево, вправо, влево, спинка ровная, не сутулимся. Вправо и влево. Вперед-назад. Назад. Еще вперед. Назад. Вперед. И назад. К плечу в сторону. В сторону. В сторону. В сторону. И еще разочек. В другую. Правой ручкой. Берем голову за левое ушко. И наклоняем голову к плечу. Противоположное плечо в этот момент тянется вниз. И то же самое в другую сторону. Теперь двумя руками берем голову за затылок и тянем вперед. Два кулачка под подбородок. Тянем назад. Отлично. Ножки на ширине плеч, руки согнуты в свободной позиции. Скручивание. Обращайте внимание, что в момент скручивания бедра у нас стоят на месте. Скручиваемся только вдоль позвоночника. Хорошо. Ручки ставим на пояс. Вращение тазом. Четыре круга в одну сторону. Четыре. Четыре в другую сторону. Два. Три. Четыре. И еще разочек. В одну, два, три.
Три. Четыре. И в другую. Хорошо. Разминаем наш тазобедренный сустав. Три. Четыре. Наклоны вперед и назад. В момент, когда мы наклоняемся вперед, следим за тем, чтобы у нас колени были прямые, спину держим как можно ровнее. Когда наклоняемся назад, стараемся откидывать голову. Начинаем вперед, назад. Раз, два, назад, четыре. Продолжаем. Два, назад, четыре. И раз, два, назад, четыре. Хорошо. Следующее упражнение у нас мельница. Исходное положение ножки врозь. На ширине плеч, руки в сторону. Мы наклоняемся к одной ноге, выпрямляемся. К другой ноге, выпрямляемся. И дальше то же самое повторяем назад. К одной пяточке на скручивание, выпрямились. К другой, выпрямились. И все еще раз. Поехали. Два, три, четыре. Назад и назад. Встали. Еще два, три, четыре. К одной пяточке, к другой. Отлично, достаточно. Остаемся в том же положении. Но теперь из наклона ручки собираем вместе. Делаем один большой круг по всем направлениям в одну сторону. И один большой круг по всем направлениям в другую сторону. Присоединяемся. Раз, два, три, четыре. В другую. Два, три, четыре. Еще два, три. Четыре, в другую, два, три, четыре. Отлично, остаемся в наклоне, ножки прямые, спину держим как можно ровнее. Можно ручки поставить на коленочки, главное держать спинку ровно. То есть вот туда мы не сгибаемся, не сутулимся. Копчик подкручен вверх, ножки прямые. Можно взять руки за локти и начать рисовать такую восьмерку. Точнее, не можно, а мы так делаем. В одну, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую. Отлично. Теперь правой рукой мы дотрагиваемся до левой ноги, правую ножку сгибаем и левую руку выпрямляем вверх. Стоим в этом положении. Дорабатываем рукой, уводим себя назад. Угу. Отлично. Чуть-чуть развернусь. То же самое в другую сторону. Теперь левую руку к правой ноге. Левую ногу сгибаем, правую вверх. И дорабатываем. Три, четыре. Хоп, хоп. Отлично. Опускаемся, разгибаем два колена. Правую ножку разворачиваем на 90 градусов. Левую у нас смотрит вперед. Берем носочек на себя, спину стараемся также держать ровную. Если тяжело дотрагиваться руками до пола, можно переместить руки на колено. Растягиваем подколенное сухожилие, заднюю поверхность бедра. Отлично. В другую сторону то же самое. Развернули ножку на 90 градусов, носочек взяли на себя. И стоим. Ручки можно переместить на пол или на коленочку. Хорошо. Собираем ножки вместе. Делаем упор присев. Наклоняемся до конца, коленки разгибаем. Еще присели. Наклонились, разогнули коленочки. Еще присели. Наклонились, присели, наклонились. Остались в складочке. Колени у нас абсолютно прямые. Берем ручки в замочек и растягиваем плечи, стоя в складке. Тянем, потянем. Отлично. Разогнулись. Встряхнули плечики. 3, 2, 1. Ставим ножки на ширину плеч. Теперь мы делаем приседания и широкий круг разминаем тазобедренный сустав. Еще приседания, широкий круг другой ногой. Присоединяемся. Раз. И два. И три. И четыре. Продолжаем. Пять.
6. Вдох, выдох, 7. Шире круг ногой. Выдох, 8. Вдох, выдох, 9. И еще разочек. 10. Отлично. Встряхнули ножки. Ставим ноги чуть шире плеч. Колени у нас смотрят в сторону. Носочки развернуты. 10 выворотных приседаний. Поехали. Руки можно поставить за голову. Спинка ровная. И раз. Два. В момент приседа колени смотрят как можно шире. 3. 4. Вдох, выдох. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Отлично. Переходим в выпад. Стопа у нас стоит на полу. Колено смотрит вверх. Пяточка лежит на полу. Из одного выпада переходим к другой. На другую ножку. И опять возвращаемся на левую ногу. Растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Приводящие мышцы. На другой ножке то же самое. Отлично. Садимся, ножки вместе. В лягушечку спинку ровненькую держим. Тянемся вперед, добавляем манипуляции корпусом. Еще продолжаем. И еще. И еще разочек. Отлично. Теперь локтями помогаем себе. Давим на коленочки. Хорошо. Скрестили ножки. Одну ручку ставим на ладошку. Вторую вверх в наклон. В одну сторону и в другую. Седалищные бугры у нас остаются на коврике. То есть попа не поднимается. Растягиваем только боковые мышцы. Еще продолжаем. И продолжаем. Отлично. Разворачиваемся вдоль коврика. Ручки кладем на локти. Одну ножку вытягиваем. Делаем 10 махов к плечу правой ногой. Поехали. Раз. Колено прямое. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И выдох. 8. 9. И 10. Меняем на левую ножку. И раз. Колено прямое. 2. И 3. И 4. И 5. И 6. И 7. И 8. 9. И 10. Отлично. Перемещаемся на ягодицы. Одну ножку мы сгибаем, вторая у нас остается абсолютно прямой. Делаем наклончик. В зависимости от того, какие мышцы не растянуты, те и будут тянуться. У многих будет тянуться задняя поверхность бедра и подколенное сухожилие. У многих будет тянуться вот ягодица и бедро согнутой ноги. Например, как у меня. Да-да, я тоже не робот, и у меня тоже есть проблема в ягодичной мышце. Отлично. Лежим-лежим в этом положении. И меняем ножку на другую. Теперь правую сгибаем. К левой тянемся. Левая нога прямая. Колено держим прямым. Стараемся животом достать до бедра. Хорошо. Продолжаем. Отлично, выпрямляемся, ручки ставим вверх, делаем пружинищий наклон и на четвертый счет выпрямляемся. Раз, два, три, выпрямились красиво. Раз, два,
три. Выпрямились, продолжаем. Стараемся животом лечь на бедра. Выпрямились, еще два, три. Выпрямились, и еще разочек, два, три. Выпрямились. Отлично, перемещаемся на бок. Растягиваем наши боковые мышцы. Следим за тем, чтобы плечо, таз, носочки были на одной линии, на одном расстоянии. То есть таз у нас назад не уходит, таз у нас вперед, впереди, в одной плоскости со всем телом. Разворачиваемся, садимся на ягодицы. Ножку сгибаем и коленом давим вперед. Отлично, меняем. Теперь другим коленом мы также давим вперед. Спинка ровная. И перемещаемся на другой бок. То же самое. Оставляем носочки, колени, таз, плечо, все на одной линии. Дыхание ровное, спокойное. Далее мы перемещаемся на бедра, ставим ладошки, поясницу мы расслабляем, вводим плечиками в одну сторону, в другую, в одну, в другую и еще в одну, в другую. Отлично. Ложимся, даем спинке отдохнуть и опять разгибаемся. Можно откинуть голову назад. Хорошо. Далее мы садимся на пяточки. Руки вытягиваем вперед. И отдыхаем. Вдох-выдох. Перемещаемся на 4 точки. Плечо у нас стоит над кистью. На вдохе мы округляем спинку, на выдохе прогибаем. Шпагат – это не только растяжка, именно на шпагат. Здесь задействованы пахи, спина. В общем, все тело должно быть размято, подготовлено и растянуто. Еще вдох, выдох. Продолжаем вдох, выдох. И еще разочек. Вдох, выдох. Хорошо? Одну ножку мы ставим на носочек и начинаем делать махи. Мах назад, из этого же положения мах в сторону, опять мах назад, меняем ножку. Назад, в сторону другой ногой, назад, поменяли ножку. Присоединяемся, назад, в сторону, назад, смена, другой, назад, в сторону, назад. Поменяли. Продолжаем. Назад, в сторону, назад. Поменяли. Назад, в сторону, назад. Отлично. Та-дам. Теперь мы перемещаемся в выпад. Садимся на одну ножку. Колено у нас над центром свода стопы. Спинка абсолютно ровная. И делаем небольшие покачивания, пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восьмерочку. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее встаем на колено, следим, чтобы бедро у нас было над коленом. Делаем наклончик. Руки у нас стоят либо на ладошках, у кого позволяет растяжка, можно переместиться на локте. Стараемся животом достать, лечь на бедро. Носочек пока у нас натянут.
плечам, не на себя. Дыхание ровное, спокойное. Стоим, стоим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Теперь из положения выпада, живот оставляя на бедре, мы перемещаемся в положение наклона, до конца разгибая колено. Опять делаем выпад, здесь колено над стопой, и наклон продолжаем. Еще раз, два, наклон, колено выпрямляем. Еще раз, два, наклон, выпрямили. Еще раз, два, три, четыре, и раз, два, три, остались в наклоне. Носочек взяли на себя, держим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, разворачиваемся, меняем ножку. Теперь на левую ножку то же самое. Колено над центром свода стопы, спинка ровная, пружиним выпад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восьмерка. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Встаем в наклончик и держим это положение. Опять же говорю, если тяжело так, можно подставить книжки, любые подручные материалы. Если растяжки достаточно, можно поставить руки на локти. Стараемся животом достать до бедра и сохраняем это положение. Стоим. Растяжка должна приносить расслабление и удовольствие. Резкой боли быть не должно. Все движения выполняются на натяжении мышц, и боль должна быть приятная и терпимая. Если у вас резкая боль, включается разгибательный рефлекс, о котором я расскажу чуть позже. Поехали, теперь из выпада также перемещаемся в наклон. Выпад. До конца разгибаем колено, до конца разгибаем здесь бедро и до конца разгибаем коленочку. Еще раз, два, наклон, четыре, еще разгибаем таз, до конца наклон. Еще раз, два, наклон, четыре и раз, два, наклон, четыре. Отлично. Даем ножкам чуть-чуть отдохнуть. Садимся на попу, потрясли ножками. Руками можно чуть-чуть помочь себе. Отлично. Перемещаемся опять в выпад. На правую ножку. Две руки ставим рядом с ногой, колено у нас над центром свода стопы, сзади нога на носке, и начинаем пружинить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два.
Отлично, продолжаем. Теперь мы встаем в выпад. Две руки ставим вместе. Колено держим над стопой, спинку ровную. Сзади колено абсолютно прямое. И пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опустили коленочку на пол. И до конца разгибаем. Раз. Еще опустили. Разгибаем. Два. И еще. Три. И четыре. Чувствуем заднее бедро. Пять. И то, как у нас растягивается пах на задней ноге. И шесть. И семь. И восемь. И девять. Еще разочек. Оставили ножку прямой. Разгибаем спинку. Руки ставим вверх. Пружиним. Раз, два. Колено прямое. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Ставим ручки. Разворачиваемся. Вперед лицом. Пятка у нас остается на полу. Колено смотрит у прямой ноги вверх. Через выпад. Переходим на другую ножку и разворачиваемся на левую. Опять ставим носочек на пол. Две руки у нас стоят, колено над стопой. Продолжаем пружинить на другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спина прямее. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опустили колено на пол. И разгибаем. Раз. Еще опустили. Разгибаем. Два. И три. И еще четыре. И пять. Чувствуем ножку. Шесть. И семь. И восемь. Еще два. Девять. Еще один. Десять. Выпрямляем спинку, ручки вверх, пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Даем себе небольшой отдых. И сейчас продолжим с махами. Мы ложимся на спинку. Руки вытягиваем в стороны. Ножки у нас прямые. Сейчас будем делать махи. По 10 махов в каждую сторону. Сначала мы делаем махи к себе. При этом нога, которая у нас лежит на полу, она у нас прямая. Рабочая нога у нас тоже прямая. Машем до тех пор, пока колено у нас прямое. Для этого мы напрягаем бедро. На одну ножку 10, на другую. Разворачиваемся на бок. Также делаем 10 махов. Рука у нас лежит, плечо у нас лежит. Для удобства можно согнуть ногу, которая опорная, лежачая, в общем, нерабочая. 10 на одну ножку. Поворачиваемся. Специально покажу вам спиной махи. 10 на другую. Поворачиваемся на животик. Руки кладем вот сюда, под подбородок. Также 10 махов одной ножкой. И 10 махов другой. Ножки держим прямыми. Ну что, вдох-выдох и начинаем. Поехали. И раз, два, и три. Выдох 4. Выдох 5 на махе. 6. И 7. И выдох, вдох 9 и 10. Отлично. То же самое с левой ножки. Повторяю, что ноги должны быть прямыми. Поехали. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, десять. Отлично, переходим на бок. Руки, ноги прямые. Поехали. Раз. И два, три, на махе выдох, четыре,
и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, 10. Отлично. Перемещаемся на другой бок. Поехали. Раз, и 2, и 3, и 4, и 5, 6, выдох, 7, и 8, 9, и 10. Перемещаемся на животик. Ручки складываем. И продолжаем махать. И раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, 9, 10. Отлично, другой ногой. И раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. Еще разок, 10. Отлично, отдыхаем. Все молодцы. И приступаем к шпагатику. У нас еще есть несколько минуточек. Можно взять кубики. Вот так они выглядят. Или можно взять книжечки. Они выглядят вот так. Это тоже не критично. Что у вас есть, что вам удобнее. Я беру кубики. Можно чуть-чуть задвинуть. Под коленку можно положить подушку, коврик, если вам это нужно. Ставим кубики ровно, ножку мы выпрямляем и начинаем разъезжаться вперед на шпагате. На максимальную амплитуду выпрямились, поднимаемся. Опять до конца разгибаемся и поднимаемся. Спинку держим как можно ровнее. Сохраняем максимальную амплитуду шпагата. Когда поднимаемся, разъезжаемся назад, работаем мышцами. Не вот просто за счет рук, а именно мышцы ног включаются и работают. Поехали. Если у вас нет скользящей поверхности и у вас ковер, можно подложить пакетик, и он хорошо будет есть. Поехали. Раз. Два. Выпрямились. Четыре. Еще. Раз. Два. Назад. Четыре. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. На максимальную амплитуду. Три. Четыре. Еще. Раз. Два. Назад. Четыре. И задерживаемся на шпагатике. Десять. Девять. Восемь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, меняем ножку. Поехали, разъезжаемся на другую. Раз, два, назад, 4. Упс, кубик чуть-чуть у меня свалился. Продолжаем. Раз, два, назад, 4. Еще раз. Два, три, четыре. Еще раз. Два, три, четыре. Еще раз. Два, три, четыре. Раз, два, назад. Четыре. И раз, два. Остались в шпагатике. Сидим. Десять, девять, восемь, семь, шесть. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Опять меняем ножку на ту, которая у нас была перед. Это в данном случае у меня была правая, поэтому я опять ставлю вперед правую ножку. И сейчас мы будем задерживаться на шпагате. Я могу показать вот так вот вам вдоль коврика. Очень важно сохранять квадрат. Плечи, таз, все это в одной плоскости, без каких-либо там, поворотов телодвижений. Сейчас мы задерживаемся на шпагате и сидим 30 секунд. Поехали.
очень важно не терпеть резкую боль. Как я уже и говорила, то, что когда мы терпим резкую боль, у нас включается разгибательный рефлекс, и пользы от растяжки никакой, потому что импульс блокируется, тело думает, что нам будет больно, что мы получим травму, и растяжение мышц не происходит. Получается все наоборот. Отлично. И у нас осталась только левая нога, потому что сегодня у нас продольные шпагаты. Ставим левую ножку вперед и разъезжаемся на максимальную амплитуду, сидим на левом шпагатике. Вообще за первые 10 секунд мышцы только начинают удлиняться, поэтому для растяжки, для обычного человека нужно уделять каждой мышце хотя бы 20 секунд. За первые 10 секунд мышца привыкает, за следующие она начинает удлиняться. Та-дам! Собираем медленно ножки, ложимся на спинку, потрясли мы ножками, выпрямили, поводили из стороны в сторону, еще потрясли. Отлично. Выпрямляемся, встряхиваем ножки. Ну что, друзья, всем спасибо за тренировку. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся на третьей тренировке по фит-сплит на поперечном шпагате.